15.00. Журналисты. Люди, которые знают больше. В программе «Точка зрения» на радио «Вести». Полную программу «Ночи искусств», которая будет проходить два дня подряд с полудня до полуночи, смотрите на официальном сайте фестиваля. А на этом все. Отличных вам праздничных выходных. А мы еще вернемся. Всем адьос. Ты херня на месяц-то, блядь? Ну ты что делаешь? Так ты что перед машиной-то куда-то сюда-то? Там насмотри с тобой. Если пошла в одну сторону, да?